Если погода завтра будет нам благоволить, то мы начнем уже непосредственно установку стропил, на которой будем делать потом монтаж нашей металлочерепицы. То есть, если мы закончим этот этап в ближайшие 2 дня, то, в принципе, никакой дождь нам уже не будет мешать работать 24/7. Только Слава вчера заикнулся о том, что осталось покрыть крышу, чтобы спокойно работать и не бояться дождя, возводить перегородки внутри бани. Как в воду глядел. Веранду нам еще никогда не затапливало. Ужас, просто ужас. Кровля вся вон упала на дно. Слава спасал двери. Последствия апокалипсиса. Дощечку унесло на яблоню. Ребята, ее на дерево схватило. Она на дерево схватила дощечку. Всем привет, она на дереве. Залило гвозди. Черт возьми, поржавеют. Ой. Всем привет! Надеюсь, вам нравится смотреть за тем, как продвигается строительство нашей бани. И сегодня мы расскажем о новых этапах работы, которые мы уже сделали. Итак, как вы можете увидеть, у нас практически появилась крыша. С утра мы занимались тем, что крепили стропила. Прикрепили стропила, и пошел адский дождь, тропический ливень просто. Нам пришлось на некоторое время прекратить свою работу. Потом мы занимались тем, что вычерпывали воду, потому что мы уже утеплили наш потолок и положили на него ветровлагозащиту, поэтому вода не прошла. Как дождь стих, мы забили на все наши стропила ветровлагозащитой с двух сторон и начали уже кидать обрешетку. И тут снова начался опять затяжной ливень. В итоге это все, что мы успели сделать. Надеемся, что завтра будет хорошая погода, и мы сможем продолжить строительство нашей бани и уже закончим этот этап с крышей. Положим на него металлочерепицу, и нам будет не страшно ни дождь, ни ветер, и мы приступим к отделочным работам. Да, важно, забыл сказать, что перед тем, как мы монтировали стропила, мы обработали их огнебиозащитным составом, который поможет защитить наше дерево от гниения, влаги, биопоражения и от возгорания, что очень важно для бани. Состав. А использовали мы вот такой вот состав. Здоровый дом. Здоровый я, здоровый дом.